4 сентября на платформе «Россия. Страна возможностей» началась регистрация на конкурс «Это у нас семейное». Старт конкурса анонсировал Владимир Путин 1 сентября в рамках открытого урока «Разговор о важном». Уже в первые часы зарегистрировались более 100 семей из 64 регионов России. Самым младшим конкурсантам по 6 лет, самому старшему – 101 год. Это прабабушка из Белгородской области. Заявки от желающих поучаствовать в конкурсе принимают на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года. Конкурс завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны. Семьи победителей получат сертификаты на улучшение жилищных условий и отправятся в путешествие по России. Хороших вам новостей!